Так, ребята, привет! С вами снова владелец аквариума, и я Дима. И сегодня вот он, 5-литровый аквариум. Давайте посмотрим, что же с ним. Поставлю поближе. Вот так вот. Итак, как видите, из изменений я убрал отсюда и фильтр. Почему? Потому что он просто тарахтит ужасно, и я не смог с ним справиться. Ну, такой от него шум ужасный. Я сюда подкину просто аэрацию, вот, и я думаю, все будет нормально. По растениям без особых изменений. Там криптокаринка, конечно, мне кажется, немножко она начинает расти уже. Вот куда-то фокус у нас делался сейчас. Ага, вот он вернулся. Креветки, молоть, неокардинок, вот они, ползают тут. Тут, по-моему, 8 или 9 штук их. Посмотрим, какие из них окрасятся более интенсивно. Я их оставлю, остальных отбракую. Вот. Аир болотный, как мне подсказали. Вон там два корешка. Четко по центру, в углу, в левом. Пока сидит на месте. Очень хотелось бы, чтобы он начал расти, но, видимо, что-то ему не нравится. Так же, как и Монте-Карло, пока сидит. Хотя там, под низом, там питательный грунт, подкладка ермолаевская. Ну, посмотрим. Вот. Вот так вот выглядит 5-литровый аквариум на данный момент. Все живет, креветки в нем живут, растут. Я им кидаю спирулину, я им даю корм. Вот. Посмотрим, как это все будет без фильтра на аэрации. С еженедельной подменой воды. Я думаю, будет все нормально. Вот. На сегодня по 5-литровому аквариуму все. Ставьте ваши лайки, оставляйте ваши комментарии. Всем всего хорошего. До свидания.